Жду извинений от Гуакамоли, день четвертый. Всем здрасте. Вот это я, ну, в принципе, могу одобрить, но мне не нравится вот эта тема, ребята. Я такое не одобряю. Вчера я еще как бы, ну, потерпел. Но сегодня, типа, ну, не, ну, типа, блядь, вот просто напрямую, в лоб. Ну, я как бы за юмор немножечко хотя бы остроумный, а не просто, блядь, ну, типа... Я язык фактов, конечно, одобряю, но хотелось бы что-нибудь, ну, хотя бы остроумное, да, а не просто типа гуакамоль соси, вот, и нормально. Во-первых, я пошел в ателье и показал там видео, как я выхожу на сцену. Швея просто охуела, вот. Ну, она как бы уже, когда этот пиджак шила, она уже подозревала, наверное, что-то. Но когда, блядь, я выхожу на сцену, и Бустер говорит, что это скин из Фортнайта, она говорит, что такое скин из Фортнайта. Вот, ну, типа, вот такая вот тема. Ну, вот, она сказала то, что она очень рада. Но я сказал, что этот костюм... Он как бы полностью оправдал себя, да, не зря вот это вот все это было. Но я его сдал на перешивку, точнее, на дошивку. Переместят пуговицы чуть-чуть, это значит, во-первых. И во-вторых, ну, короче, там пуговицы неровно просто застегиваются. Сделают, чтобы ровно застегивались пуговицы. И сделают, ну, как вот эта вот штука. Вот я знаю, вот тут вот называется воротник. А когда вот здесь вот? Короче, вот эта хуйня, вот она у меня не сгибается. Короче, знаете, что придумали? Заклепки. Иногда, знаете, на заклепке такое, типа, вот. Вот здесь вот будет заклепка, и вот здесь. И я вот этот вот воротник, ну, ворот или, блядь, вырез, да, вот какой-то, короче, вот это, просто на эти заклепки будет сюда цепляться, и все. Декольте, ну, вот, ну, самое главное, что вы правильно поняли. Короче, я это все сдал, возможно, даже завтра будет. Стоп, стоп, досмотри до конца! LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Две посылки от подписчиков, я напоминаю. 344-002, Баранов Кирилл Владимирович, до востребования. Вот, это все, что вам надо написать. Ростов-на-Дону, индекс 344-002, Баранов Кирилл Владимирович. И потом вы меня оповещаете, или Бородора, или Катюшу-модераторшу, о том, что посылка приехала, ее пора забирать. Мне, так сказать, новогодние подарочки отправили. Одну посылку я знаю. И, я так полагаю, вторая версия куклы. Кстати, как будто она реально гораздо круче стала. Вот, у меня теперь есть две такие. И одну из них я буду чисто разыгрывать, да? Вот, я думаю, что все-таки не знаю, типа, вот это поприкольнее. Ну, типа, более такая уже профессиональная. То есть, первое, это если как... прототип, да, то второе это уже законченная работа. Вот, я к чему? Будет розыгрыш, наверное. Я себе оставлю старую, потому что старая прям для меня делалась. Хоть она может быть там чуть-чуть менее симметричная, она делалась прям для меня. Вот, а вторую я уже, мне кажется, могу подразыграть. Такая реально хайповая. Но это, опять же, если мне авторка разрешит. Это вот когда скам на хлам будет. У каждой вещи есть своя история. Слушайте, ну вообще... Короче, я и говорю, слушай, а ты не хочешь их шить постоянно? Точнее, вязать или как? Ну, наверное, вязать, да? И мы будем их продавать в качестве мерча. Она говорит, да-да, конечно, блин, это крутая идея. Вот. Я говорю, а сколько тебе она стоит в производстве? То есть создать вот такую куклу. Она говорит, ну, 1000-2. Я такой, ебать, блядь, это за сколько мы их нахуй должны продавать, чтобы окупить, блядь, это. Ну, вот это, нихуя себе. Ну, такая, как бы. И еще 2 дня, то есть у нее минимум, если вот просто она будет, сядет и будет постоянно это делать, это 2 дня у нее уходит. На одну куклу. Мне кажется, они по десятке надо их продавать тогда. Это реально искусство. Зацените. Короче, ребята, еще за это время. Я вчера не мог уснуть. У меня было очень стойкое желание записать на Фугу ТВ полную, как бы, хронологию, потому что меня взбесило, что ни Вилон нахуй не выкупил, ни этот, как его, ни Бустер не выкупил полную хронологию событий. Я бы, ну, я не знаю, насколько оно вообще надо, вот, но мне пока по кайфу, то есть мне смешно от этого. И я подумал ебануть, вот как, я просто, знаете, что посмотрел, есть сейчас чел снимает, бля, я забыл, Дэн Шмальц его зовут, он снимает
все конфликты за 2016 год. Все конфликты за 2017 год. Я вспомнил, что в 2016-2017 популярно было снимать разоблачение. И я подумал, блядь, не, ну прикольно же будет, типа, ебануть. Ну, все то, что я вам говорил, типа, ничего нового. Вообще ничего нового. Но просто собрать это в одной хронологии, чтобы до меня не доебывались, то, что я там какую-то хуйню из пальца высосал, блядь, или еще что-то, потому что я, так не я ее даже высасывал, блядь. Опять же, не было бы его реакции такой ебанутой, типа, а ты попробуй! Если бы этой реакции бы не было, ничего бы вообще не было. Вот. Вчера, я вам скажу так, честно, но я уже перешел просто в режим охотника, то есть, ну, мне понравилось название одной из клипов, типа «Реакция жертвы». Там уже некоторые люди начали выкупать, потому что мне уже так похуй. Просто, блядь, ну, пока он реагирует... Ну, блядь, вчера... Сука, я сегодня захожу к Игорю, Игорь подрубил, ему спамят 42. Вчера закончил стрим, просто захожу с Бородором, блядь, в Дискорд. Бородор говорит, 42, братуха. Это хуйня 42, блядь. Это самая тупая шутка. Я вчера шутил умнее и смешнее. Блядь, но при этом 42, братуха, нахуй. Все комментарии, блядь. Бустер прокомментировал пятерку. 42, браток. Вы видели, блядь, какие там нахуй? Не, ну там реально, там челы выкупают. Сейчас я вам покажу. Да, именно мне нравится стиль комментариев. Значит, во-первых. Вот аудитория Гуакамоле, ну, считает, он им там рассказал то, что у меня, ну, типа, подписчики дети. Один из самых залайканных. Пятерка. Я прям лайкнул, сука, мне просто охуенно, вот, чтобы они так и думали, что вот, типа, вот, это моя целевая, а вообще, в принципе, возможно, это и не шутка, в принципе, если бы у меня были бы все мистеры пятерки целевые, это было бы топово. Короче, в какой-то момент я не выкупил, почему, но вот это вот 42, братуха, челы начали спамить вот этими еще тупыми смайликами. Как я вчера сидел, типа, вот эти пальцы, блядь. Сука, меня именно разъебывает. Просто, блядь, чел пишет какую-то, возможно, хуйню, типа, или что-то осмысленное. Ему просто, блядь, 42, братуха, 42, блядь, какую-то хуйню делают, блядь. Я еще подумал, еще с Какусом вчера пообщались в первый раз в конференции. Он говорит... Блять, ты ж понимаешь, что ну, это хуйня полная, и существовали гораздо жестче конфликты. Какого хуя это дошло до бустера? И он типа говорит, что завтра будет Байден отреагирует, типа, на конфликт? Вообще, ну, по сути, да, по уровню хайпа, сейчас должна реагировать сегодня Ивлеева. Но у нее, ну, такие проблемы сегодня, я как заметил в телеканале «Не Моргенштерн», да, она сегодня не может отреагировать на этот конфликт. Вот, возможно, значит, сегодня должна была быть Ивлеева, завтра должен быть, был Киркоров быть, а потом уже Байден. Вот, ну, типа, вот, по уровню, да, типа, вот такое. Ну, типа, как нахуй, куда это дошло? Эти гифки еще ебаные, блядь, про меня делают. Так, ну это такая прикольная гифка, да, такая приятная. Вот это вот, хейтеры, что с ебалом? Что это за хуйня, нахуй? Вот, ну, собственно, это я так называю... А, вот эти, блядь. Ой, блядь, вот зацените. То есть чел решил, ну, осмысленный комментарий написать. Пятерка разнылся, как школьник по ерунде, а Марк зачем-то начал это раздувать. То есть что-то пытается осмысленное написать. Ему 42, братуханчик! Эу, блядь! Да, будь на чиле, братка, 42, бери и трахай! Я-хай! 42! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Ебой! Оп! Блять, сука, там вообще, блять, нахуй. Опять же, чел закидывает, ну, то, что говно с говном дерется, типа, в этом конфликте. 42, братуханчик!
Блин, это просто нахуй бред какой-то. И вот это, зацените, это же не я байчу, это не сейчас из-за того, что я это обсуждаю, появляется. Блять, этих смайликов, они пачкуются. То есть с каждой строчкой, их сначала было 3, стало 6, потом нахуй 12, блять. Вы видите, 24 этих смайлика. 42, братуханчик. Это просто джазик. Опа. У-у-у-у. Е-е-е. Don't worry. Genesis, бля. Что это? Что это, нахуй? Я такое не... Что такое don't worry? Блять, посмотрите на его аватарку, нахуй. Блять. Ну, у этого человека болезнь пятерка головного мозга, нахуй. Вот, то есть у него... Ай, блядь. Вот, собственно, такие вот у меня подписчики. Это новые, так сказать... Блядь, у него же реально пятерка головного мозга. Он же скинул свои паспортные данные, чтобы у него галка была. Пусть не синяя, но галка-то есть, блядь. Вот, ни у кого-то нет галки-то, у него есть, блядь. У него шуба есть, кольца и галка, нахуй. Вот, чё ещё-то, блядь? Ой, это, конечно, ребята, ехай, блядь. 42, братуха. Начали спамить, блядь, другим стримерам. Другие нихуя не выкупают стримеры, что такое 42. Нахуй им начали, блядь. Они не выкупают, блядь. Кто пытается разобраться, ему кидают клип, где просто, ну, типа, блядь. Вот стример сидит, бля, у него просто обычный день. Ему начинают спамить 42. Он спрашивает, что за хуйня. Ему скидывают. Я просто смотрю запись фильма. Да? В фильме говорится 42. И я такой, 42, Кемерово! И он еще больше ничего не понимает, нахуй. То есть, блядь, бедный стример сидит, блядь, думает, маленький пацан с большим членом. Них, блядь, что нахуй? Что, блядь? Вот. Ну, короче, смешно, топово. Вы, как всегда, как бы, блядь, из двух, нахуй, цифр. Я вчера и 6.1 шутил, и 0.5 шутил, и про колхозника шутил, блядь. И про эти толстые пальцы шутил, что он картошку копал. Всем похуй, 42, блядь. Ладно, любую, блядь, можно было из мема взять. Взяли 42, нахуй. Вот. И везде, блядь, почитайте теперь комменты стрим инсайда, блядь. Есть упоминание меня, значит, есть 42, братуха, блядь. 42, блядь. Ну, ебать, ребята, а ну-ка, что за ной? Зарубежный стример Лангуги запустил 24-часовой стрим, на котором учился говорить букву И. И поставил условие, что прекратит трансляцию, если в чате напишет девица Дора. Ребята, сейчас, вы тут, может быть, не заметили. Можете 24, как бы в обратную сторону стрелочку повернуть? 42, братуха! Кемерово, блядь! Эу! 42! Гайнбай! Уху, блядь! Такая хуйня, мем. Блядь. Ой. Блядь, как за... это просто же везение. Я это не контролирую. Я рыгаю. Извините, такой мокренький получился. Ой, я не контролирую, ну, сука, за неделю 2 мема родить, блядь, 42, братуха, сука. Вот, значит, дальше еще, ребята, кое-что вот, вот такое у меня есть, ребята, наконец-то, блядь. Ладно, вы уже очень много мечтали, блядь, чтоб я нормально кружочки снимал в хорошем качестве. Собственно, распаковка, вот, зацените, как вам такое. Алло, алло, алло. Короче, был еще один план, я его просто забыл достать. У меня помимо двух муляжей айфонов был еще вот этот вот айфон с собой. Мне его Женя дал, Жраклуни. И, собственно, к сожалению, я про него забыл, потому что он там на дне пакета лежал. Теперь, как бы, у меня есть айфон. Я не знаю зачем, и надеюсь, Женя мне разрешит его разыграть. Когда будет скам на хлам. Вот, и все нормально будет. Это будет, возможно, завтра. Дальше, ребята. Значит, сейчас будут обзоры на фотокарточки. Потому что на Слее, оказывается, были фотографы. Я уже забыл нахуй об этом. И
Значит, начнем мы, наверное, с красной дорожки. Тут три папки. Я все скачал, чтобы ссылку не спалить случайно. Вот. И я буду, то есть, делать обзор на фотокарточки. Значит, красная дорожка, ребята. Сначала папка, которая называется красная дорожка. Я не знаю, все вам показывать или не все, что мне тут комментировать. А ну-ка, я же могу листать фотки. Ну, значит, фиксируем, да. Вот это вот мы в таком тамбуре собирались. Там тамбур был какой-то. Но там было достаточно тепло. Ну, это интересное платье. Да, такое интересное. Так, ну вот это вот фиксируем, да, то есть, все, это мой новый лучший друг, я его тогда еще не знал, но это мой... Гля! А где я, почему я не видел? Такие костюмы прикольные. Ой, блядь, глянь нахуй! Почему я какой-то нахуй? Сука, это бананка с Майнкрафт кубом. Вот, такое. Это я еще не одел шубу, потому что жарковато было. Блядь, ты посмотри на него нахуй. Блядь, такое чувство, вот во взгляде я даже испугался бы, потому что, типа, ну, есть шанс, то, что этот человек сейчас возьмет и накинется и кого-то трахнет. А вот это вот как бы его брат родной, зацените. Бля, мы реально чем-то похожи, бля. Я, короче, этот. Я брат Фила. Я брат Фила. Да, один в один, 100%. Так, фиксируем еще. Вот это прикольный был костюм. Я не понял, кстати, я вообще не выкупил. Ну, типа, прикольно то, что они японскую тематику. Кстати, интересно, почему, ну, вот, величайший Slay King, босс, премия босс года, так называемый Гуакамоль, почему он не доебался до их костюма? Потому что у них, ну, тоже что-то, ну, не супер в тему был костюм. Но почему-то доебались именно до моего. Так, ну там вот такие вот, то есть, фотокарточки есть. Ну, интересно. Интересно. Было бы интересно, если бы не было бы неинтересно. Ну, вот так сказать, да? Я не уверен, что я все... Не понял. Скала Джонсон, блядь. Дуэйн Скала Джонсон. Чё за хуйня, нахуй? Не понял вообще. Вот сейчас вообще не понял. Так, ну дальше вот тут еще вот тут ребята, но это опять же там это как бы... Слушайте, по нескольку одинаковых фоток, зачем они столько... А вот так, я бы хотел сидя. Я вот это не, вообще не знаю, где это. Это вообще где? Так, нормально, нормально. Гля, это реально Скала Джонсон. Может он тоже из Самоа? Привет, Пук, делаю обзор на фотокарточки. Может быть, ты на одну из них попала тоже? Да? Да, может быть. Так. Брат Хуйкин, мой новый лучший друг тоже. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Это что, блядь? Что? Нихуя, вая... Блять, кстати, качество такое реально хорошее, как будто на Samsung Galaxy S23 фотографировали. Вот, ну, типа, не меньше. Ой, я, гля. Мне кажется, их все эти фотки обрабатывали. Ну да, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я ошалеть. Так, ой, есть еще одна. Подожди, сколько их тут? Вот, ребята, я танцую. Оп-о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 п. Так, и есть вот такая. Гля, блин, вот бы мне тут еще чуть-чуть отбелить бы зубки на этой фотокарточке. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, блядь. Сука, не зря я всю эту хуйню покупал. Ой-ой-ой. Так, а ну. Знаю, флешбэкнуло в хуйню. Ой-ой-ой. Ой, блядь, ну вот это, конечно, нахуй... Вот это можно было бы и отфотошопить. Такая... Но это специально. Это я специально нарастил, чтобы об очки не уколоться подбородком. Как бы это просто прослойка, чтобы с очками нормально было. Ой-ой-ой. Еще вот самое главное, да? Вот, ну, было бы охуенно, если бы, наоборот, тут был бы Мелшер, а вот этого бы не было. Так, а ну-ка, давайте-ка сравним, у кого лучше сережка. Ой, блядь. Не-не-не. Гля, вот, блядь, посмотри на эту.
дешевку, блять, это просто кусок алюминия, походу, да? Так, а ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Блять, и глянь нахуй сюда, блять. Чисто нахуй это, шпала. Вот так-то, ёпта. Вот так нахуй. Ебать. На каждом мухе, на каждом чем-то есть, блять, везде все что-то. Так, это, смотрите, это я застеснялся. Это да, мне там вопросы всякие задавали на пятнице. Типа, сколько вы зарабатываете? Это я застеснялся. Блин, вообще красивые, крутые фотки. Глэчик такой. Чисто глэксик. Засмущался, глэксик. Так, ой-ой-ой, тут я уже ему решил придерзить такой. Смотрите, злюсь. Что-то, блядь, думаю, нахуй, блядь, ты мне тот, блядь, блядь, нахуй. Блядь, посмотри, нахуй, посмотри сюда, ёбаный, блядь. Так, а ну. Да, блядь, тут весь альбом из меня состоит, сука, что это такое, блядь? Убрать, убрать, убрать. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, какая еще укладка ебанутая, нахуй. Вот это, блядь, ты посмотри на этот ебанутый стайл, блядь. И еще вот это, самое главное, веревкой. Там у меня такие шорты, ой, штаны, что там нету этого. Там есть вот веревка. Это я уже потому что подрасслабился. Так, фиксируем. Вот такая интересная тоже чисто фотокарточка. Спалился, что ему в наушник диктуют на свидание, конечно, такие чисто еще тоже. Я вот это, я никогда не понимаю, ну, типа, квадратные носки у туфлей. Но это, мне кажется, всегда выглядит кринж. Ну, всегда вот закругленные носки, ну, даже у гуакамоле, да, закругленные носки. Я вот это не понимаю вообще. Но была еще одна хуже. Я вам, возможно, покажу, там вообще... Ебать! Блять, вот почему нахуй я типа на пафосе, я типа долбоеб, а тут у девушки бронелифчик, а у мужика, блять, эти, блять, как это нахуй называется? И чё-то, блять, к ним нахуй вопросов никаких там нету жестких. А я типа на пафосе пришел, помните по его словам? И он противостоял пафосу, еле выстоял, между прочим, да? Так, вот такая вот интересная фотокарточка. Тоже, ну... Так. Не понял, блядь! Я хотел сначала сказать то, что у него тоже пятница взяла интервью, но его не вставили. В смысле, а почему у меня Music Box не взял? Что это такое? У меня не взяли интервью. Что? Я даже не видел, где Music Box. Так, ну вот, вот это вот, да, тоже фотокарточка. Да, наши тоже лучшие друзья новые. Вот этот пиджак, конечно, бомба. Пушка реально. Карманы топовые. Так, продолжаем, продолжаем. Еще фиксируем. Подожди, а это назад во времени отмоталось. Это мы еще когда в тамбуре стояли. Вот это зацените, кстати, тоже. Учила пиджак с капа. Вот это капа-пиджак, короче. У него было здорово, реально придумал. Реально хорошо. Вот такие вот, помните, я вам говорил то, что нельзя было палить, где мы находимся, но при этом на входе стояли вот, ну, такие просто непримечательные вообще ничем девушки. Ну, вот, как бы... И была написана гигантская надпись «Slay». Вот. Вот это просто вот, типа, выход на улицу. Так, еще. «Slay», 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 «Clay», «Slay», «Clay». Да. Ой-ой-ой! Блять, посмотрите, как я охуенно переодеваюсь там. Бля, тоже, сука, топовая. Тоже хорошая, хорошая фотокарточка, реально. Так. Я не понимаю, откуда она сделана. Едем, едем. А, да, там вот такая вот темка была. Но мне бы, конечно, если бы визажиста бы выделили, тоже было бы нормально. Так. Я костюмы оцениваю, если что, мне не интересно. Я знаю, там они вроде женаты, да? Это мне это абсолютно не интересно, как бы. Мне интересен костюм и стразы. Да, неплохо, прикольно. Но уже как бы нормально, нормально, нормально. Да, нормально уже. Ля.
Ля, блядь. Вот что до него, блядь, Гуакамоль не доебался, что он на пафосе? Тоже интересно. Такая... Почему-то именно я на пафосе, кстати, да, тут? Вот, ну, как бы... Блядь. Фиксирую. И, ребята, я не знаю, типа... Ну, девочки симпатичные, но я не знаю, кто такие. Типа, не шарю. Так. Ля. 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 Так, ну я потом пересмотрю там для себя чисто. Ля. 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 Адидас. Платье Адидас. Конечно, платье Адидас это сильно. Сильно, сильно. Ля. Ля. Бля. Сука, было бы больше времени, я бы Соню... Разодел бы, как последнюю эту бывшую Вованыча, короче. Вот. А нас просто за 3 дня предупредили. Так бы Соня бы, конечно, выглядела бы нахрен бомбом, блядь, там был бы, да? Вот. Сейчас. А, это, на этом стеллаже ебучем. Ну, короче, на ебучем стеллаже там... Вот, на котором все пофоткались, как бы. Но если б я знал то, что там просто с красивыми, как бы, ну, не на телефон фоткают, а на камеру, то я бы там бы попросил бы. Вот это интересная, конечно, фотокарточка, как бы, с девочками. Девочки всегда мило, интересно, красиво, круто. Ебать, у них у всех подбородки. Да, это, конечно, мое почтение. Бля, и они прям дюпаются, все больше и больше женщин появляется. Но вот это вот, я вот такого не понимаю. Мне кажется, это совершенно не женственная пол. Ну-ка, это присела пописить только, если. То это нормально, конечно. Какие турые. Ля, блядь. Ля, блядь, нихуя себе. Ля, блядь. Ля, блядь. Охренеть нахрен. Охренеть нахрен. Так, еще фиксирую фотокарточки. Слушайте, а меня тут как будто на самой церемонии меня нету. Я не понимаю, тут все на этом стенде просто фотографируются. Я тоже на нем фоткался. Но не... Ля, ебать! Нихуя себе! Это крест Доминика Торетто? А, это ключ какой-то. Фу, блядь, да, хуйня полная. Я думал, это крест Доминика Торетто, блядь. Так, ну вот, а будущий победитель, как бы открытие года, можете зафиксировать, да, тоже. Ло-ло-ло. Нормально. Ля. Не, ну вот это, конечно, реально мое почтение, мое уважение. Я надеюсь, все по слепку делалось. Ну, это серьезная работа. Это реально круто. И смело, и здорово. Гля, не, ну оно прям еще блестит, хромировано. Ну, аутсайд мне бы сделал бы еще лучше. Ну, в следующем году, собственно, вместо рубашки у меня будет просто железный бронежилет. Ля, ебаный фак, блядь. А где я был, нахуй, все это время? Ля, ля, ля. Блядь, вот всегда, вот всегда. Вот, ну почему у него... Блять, вот они выглядят как будто жесткие бизнесмены такие, да, у которых в жизни все заебумба. Он выглядит, ну как будто он просто мимо проходил такой, типа, и... Бля, можно я с вами сфоткаюсь? Вы похожи просто. Ну вот, и все. Вот да, как распиздяй, реально, да-да-да. Даже здесь, смотрите, все что-то серьезное, он смех сдерживает. Вот прям по нему видно, что... Ладно, дальше, поехали. О, Евгений Панасенков, кстати, был. Прикиньте, тоже позвали. Вот это, а это его охрана была. Так. Ну, тоже такая, да. Слушайте, если великого босса здесь не будет, то нахуй я это. Нахуй. Ля,
Вы только посмотрите, какой у нее этот интересное колье вот это. Нихуя. О, кольца какие, гля, тоже. На перчатку надето кольцо. Интересно, реально. Круто, круто. Круто, здорово. Так, еще дальше фиксируем. Ну, этих я не знаю даже, кто это. Бля, какие у него нихуя. Ну, тоже сильно, смело, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это мой новый лучший друг. А, о, крест Доминика Торетто. Я ж вот чувствовал, блядь, что оно вот где-то есть. Так. Ребята, великого боссика, видимо, на этой фотокарточке не будет. Можете забыть. Я не понимаю, почему не фоткали великого босса. Вообще шок. Вообще реально шок-контент. Все, это все, прикиньте. Блять, великого босса не сфоткали. Так. И последнее, значит, называется Afterparty. Вот это, ну там в конфе начали писать, типа, а вообще какого хуя нас фоткали на Afterparty? Там же это Afterparty, оно для того и Afterparty, чтобы там не фоткали нахуй. Ну сейчас мы уточним это. Но я рано ушел, если что. Там, скорее всего, будет Игорь. У Игоря были провалы в памяти после этого Afterparty. Может быть, он что-то вспомнит? А, ну тут тоже фоток. Вообще почти нет. А ну-ка. Так, фиксируем. Ну, это значит, вот, смотрите. О, блядь, сразу нахуй видно, блядь. Пошел, взял себе, там была эти тарталеточки, пошел взять. Сразу нахуй, понятно, блядь. Вот, великий босик, пошел взять тарталеточку себе. Тоже нормальная темка. Так, еще подскипчик. Ля. Бля, не, ну вообще ж все оформили. Это ж все на один день было, потому что это все содрали. Еще прикольно, всякие что-то придумали, дизайны, руки, слайки какие-то вот эти. Кстати, так я вам не покажу, у кого у меня туфли бесили, видимо. Гля, да тут самые по качеству прикольные просто фотки получались, видимо, из-за освещения. Гля, да вообще портретные топовые фотки. Охренеть нахрен. Великого босса нет. Ребята, ебать, самые главные, нахуй, директора хайпа. Блять, а ну-ка. Это, походу, когда мы хламидию, киношку исполняли. Бля, директора хайпа просто пришли, разъебали. Бля, ну посмотрите, ну вот у него просто подбор, блять, фоток на аватарке. Бля, три фотки подряд просто чисто для него с разными освещениями. Почему мне такое не сделали? Опять босик стоит. Это я что-то Сонечке объясняю. Но что-то видок у меня не очень. Гля, как губу раскатал. Нихуя себе. Нихуя. Жестко. Не, ну что-то... Гляньте, у меня от головы исходит такое свечение. Лучи чисто. Я лучезарный такой. Красавец. Гля, как будто нимб. Знаете что, типа... Беседа хуйня, я ливаю. Ебать! Это же не постановочная фотка, это стиль моей жизни, как бы, да? Мне никто не подходил и не говорил, можешь пойти просто охуенно выйти отсюда. Вот. Мне просто сказали, бля, выйди отсюда. Вот. И я вышел, ёпта. Ебать. Сатана стиля, беседа, бля. Так, ну там просто дискотека какая-то. Тоже прикольное платье, интересно. У нее пирсинг? Или так солнце падает? Это, походу, пирсинг. Солнце, какое солнце? Вот шампанское бесплатное давали. Литр. О, обзор. Короче, сосисочки какие-то были завернуты. Вот надо она была. Картошечка просто была жареная, прикиньте. Такое все приятно, просто подходишь, накладываешь себе сколько хочешь. А на той вот стороне были. Ну, вот это все, это стаканы. Чтобы вы понимали, да, вот видите, да? Вот это вот серые пятна. Это все стаканы, они там все миллион бесплатного алкоголя было. Я вообще был в шоке. Так. Слушайте, ну походу я там реально ушел. Ну да, все, больше фоток нет. Я реально ушел. Бля, как же охуенно. Надо будет, знаете что, я...
Все свои фотки я просто залью куда-нибудь в Телеграм. А вы с ними делайте, что хотите. Я просто возьму, заберу все потом, после стрима. Заберу все фотки свои и залью в Телегу, а вы там что-то захотите, мемы сделаете про меня, захотите что-то еще, вот там, поиздеваетесь. Итак, господа, короче, во-первых, швея подумала, что я просто веду праздники. И поэтому она подумала, что я просто ведущий. Она говорит, вот успели до Нового года, отведете. Какой нахуй отведу, блядь. Короче, все, пиджак завершен. Она как-то очень круто все прогладила. Все теперь держит форму. Вот это, гляньте, тема не отпадает. Все, оно тут как-то пришито. Пуговицы перешиты. Теперь все ровно. И просто хочу вам зафиксировать, да. Вот, там еще правки были внесены. Карман у меня теперь топово все сделан. Раньше он, ну вот, прям ходил туда-сюда очень много. Сейчас сюда можно что-то положить и даже закрыть. Потом оказалось вообще, что у меня есть второй карман для паспорта, там, для чего-то еще. То есть это полноценный пиджак. Карманы все чики-бомбони, работает. И теперь, в прошлый раз я застегивал, и оно было неровно. Теперь застегиваю, все ровно. Чуть-чуть там кринжик есть, но это плевать. Вот, собственно, вот такая вот тема. Вот две пуговки такие, да, топовые. Нижнюю не застегиваем, потому что мы не из деревни. Вот, ну и, собственно... Блин, ну могу и присесть. Вот такая топочка. Я могу цвета на шкафе поменять, чтобы по-разному еще отражало. Но тут больше именно преобладает фиолетовый, такой розовый. Алиса, шкаф зеленый. Вот такая тема. Вот, собственно, вот такая вот хайпулина. Завершен образ. Что-то я буду с ним делать, когда он мне надоест, я его просто разыграю, наверное. Между вами. Вот такая. Слушайте, наверное, я еще раз его сдам. И вот здесь вот, знаете, бывают надрезы на пиджаках. Вот, потому что выглядит просто, как будто я в такой коробочке. Мне кажется, нужны эти надрезы сделать. Я не помню, как это называется. Вот. Ой-ой-ой. Я думаю, может, на каких-то концертах я буду в нем. Но он жаркий. Но некоторые бы песни я бы в нем бы поисполнял. Но вы посмотрите, но это все. Я бог секса. Ой-я. Ошалеть. Все, ребята. Думайте. Готов ли... Ответ? Да, но он вам не понравится. Это не важно, мы должны знать его. Ладно, ответ на основной вопрос. Жизни, Вселенной и вообще. Это... Чили, братка, 42, бери и трахай. Я... Ай! 40... Бля, вообще прикольно. Два! Оп, 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 оп. Нихуя себе. Оп, оп. Ебой, ебой. Оп, Бля, как он так попадает в образы? Это просто джазик. Опа. БО-55, твою маму на кровать. Не, ну было бы забавно, если бы он что-нибудь ответил там, типа. Хорош, хорош, спасибо, подписчик.